Всем привет, ребята, меня зовут Ксюша, и вы попали на мой канал. И это, можно сказать, мой новогодний влог. Итак, первым делом я хочу вам показать свои покупки к Новому году. У меня уже их накопилось достаточно много. Кстати, очень грустно, что в нашем городе еще нет снега. И первая это такая кружка. Покупала я ее в Магнит Косметике. На ней очень красивый рисунок такого домика. Края кружки и ручка красные. Я уже пила из нее горячие напитки, и кружка хорошая. Вторая покупка еще с прошлого года, но решила вам ее тоже показать. Это безумно красивый тканевый блокнот. Он не совсем новогодний, но красный и зеленый цвет у меня ассоциируется именно с Новым годом. Это блокнот ручной работы. Я его покупала на какой-то ярмарке. Тут очень красивые листы из бумаги для скрапбукинга. В общем, блокнот мне очень нравится. Еще у меня есть от этого же мастера блокнот, только с цветами. Он тоже очень красивый. И в конце его есть конвертик, в который можно складывать наклейки. Следующая покупка – это новогодние этикетки, которые можно прикреплять на подарки и подписывать от кого и для кого. Я считаю, это очень нужная вещь, потому что на Новый год нужно очень много кому подарить подарки. Следующая покупка – жестяная баночка. На ней написано «Merry Christmas». И тут новогодняя иллюстрация с Дедом Морозом, пряничным домиком и снеговиком. И еще одна жестяная баночка. Она уже в виде домика. Сзади есть окна, медвежонок. Спереди тоже есть окна, тут вход, елка и зайчик. Я очень люблю жестяные баночки, в них можно что-нибудь складывать. Следующая, моя, пожалуй, самая любимая покупка новогодняя, это Сильванин Фэмили, семья оленят. Но я считаю, что они полностью оправдывают цену. В наборе семьи есть мама в зеленом платье, папа в штанах и в такой жилеточке синей. А также два малыша, мальчик и девочка. Девочка в зеленом платье с бубенчиком, а мальчик в красном комбинезончике. Также у девочки есть шапка. Следующая покупка тоже, по-моему, с прошлого года, но я забыла совсем про эти открытки и забыла их кому-то подарить. Поэтому на этот Новый год точно кому-нибудь подарю. И покупала я их на книжной ярмарке, то есть это иллюстрации из каких-то книг, я так понимаю. На первой открытке зайчик смотрит в окно, а на второй мама зайчиха со своим зайчонком сидят в кресле. Следующая моя покупка тоже очень классная. Это новогодний светильник. Это будто окно, в которое мы можем заглянуть. А в комнате сидит Дед Мороз с девочкой. Хочу сейчас выключить свет и показать, как он светится. Подсветку выключать не стала. В общем, в темноте этот светильник очень красивый. Также есть режим новогодней музыки. Следующая покупка – это новогодняя свеча. Покупала я ее в магазине Син. И, по-моему, я ее показывала в одном из прошлых видео. Это единственная свеча в магазине Син, запах которой мне более-менее понравился.
Она пахнет ягодками. Следующее – это маленький подарочек, который я подарю кому-нибудь на Новый год. Написано, что здесь есть какая-то шоколадка, маленький чупа-чупс и мини-фрутелла. Я его купила, потому что наборчик недорогой. Ну, кому-нибудь обязательно подарю. Стоил он 120 рублей, по-моему. Последняя покупка тоже с прошлого года, но решила вам ее показать просто как мой декор на столе. Это домик, очень красивый, по-моему, он сделан из фарфора. Раньше внутри него загоралась лампочка, которая на данный момент не работает. Нужно будет купить батарейки, тогда домик будет светиться в темноте. В общем-то, это все мои новогодние покупки. Комнату я еще не украшала к Новому году, потому что многие декор мы увезли к бабушке. Когда мы его привезем, думаю, что обязательно сниму для вас отдельное видео, как я украшаю комнату к Новому году. Ну а теперь я бы хотела показать вам новогоднюю канцелярию, которую мне еще предстоит найти. У меня есть разные новогодние наклейки, которые лежат в этом органайзере. Сейчас я хочу их достать и сложить куда-нибудь на мой стол, может быть. Вообще, наклейки все у меня лежат на самой нижней полке. Поэтому буду искать наклейки на ней. Вот первый органайзер. Сейчас поищу в нем. Он немного сломался, поэтому из него выпадают наклейки. Мне кажется, в нем нет никаких новогодних стикеров. А, хотя вот есть. Это такие стикеры с новогодними единорогами. Еще вот есть новогодние стикеры. Ну и, по-моему, все. Посмотрим еще в других органайзерах. Новогоднюю канцелярию, которую я нашла, буду складывать сюда. Вот органайзер, в котором точно есть новогодние наклейки. И вот уже первая коробочка с наклейками Дедами Морозами. Ими я почти не пользовалась. Следующее — это больше рождественские наклейки. Это блокнотик. В нем винтажные картинки, очень красивые. Ими я тоже, к сожалению, почти не пользовалась. Но мне уже очень хочется оформить что-нибудь с ними. Поэтому ждите шортс. Возможно, я буду рисовать какие-нибудь новогодние стикеры, оформлять ежедневник в новогоднем стиле. Кстати, пишите в комментариях идеи для шортс. Или какие шортсы вы бы хотели видеть на моем канале. Так, ищем еще наклейки новогодние. Почему-то мне кажется, что больше нету. Хотя казалось, что было больше. Новогоднюю канцелярию я еще сделаю обязательно сама, а эту пока положу на стол, так как сейчас буду убираться в комнате. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Всем пока-пока!